Всем привет! Сегодня буду делать чувствительный боковой кивок для ловли карася. Для будущего бокового кивка я взял бутылку полторашку, без всяких узоров. Сам материал бутылки является очень тонким, всего 0,15 мм. Надо увеличить толщину. Утолщать этот материал я буду с помощью строительного фена. Thank you.
Если видео было полезным, оцени лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.